Нам на пятый. За нашу любовь. Очень мило. Ого, камешек. Аквамарин. Не такой уж дешевый. Какой дурак расщедрился. Не все же так скупы. Сигарет. Ну, как твои грандиозные планы? Подожди. Вот подвернется мне случай, и я его, друг мой, не прозеваю. Для этого надо иметь умную головку. Сама знаю, что для этого нужно. Тогда не будем терять времени. Ты голоден? На кухне остались бутерброды.
Бутерброды на кухне, а вовсе не в ванной. А у меня аппетит не только на бутерброды. Почему ты так долго? Анна? Подожди минутку. Присядь. Произошло убийство. Где? Хандерин 27, квартира 512. Откуда вы говорите? Ваше имя? Hello. Район А3, убийство.
Эй, остановитесь! Догнать. В чем дело? Уголовная полиция. Может, объясните, что случилось? Выключите мотор. Ключ. Моя фамилия Врозель, владелец фотоателье. Живу в этом доме. Ваши документы. Я не позволю так обращаться с собой. Я буду жаловаться. Вы начальник. Я протестую. Он как раз выезжал. Минуту. Номер заметили? Нет. Как всегда. Вступайте наверх. Отдайте этому. Разобрались, наконец? Да. Извините, пожалуйста. Кто-то? Взгляните-ка. Сфотографировать и размножить. Слушаюсь. Пойдем осмотрим квартиру. Вы знаете мужчину, который ездит на Черной Ривьере? Нет. В документах этой женщины сказано без определенных занятий. А такая квартира стоит недешево, не так ли? 420 в месяц. Она где-нибудь постоянно работала? Думаю, что нет. Днем она всегда бывала дома. Проверьте. Итак, она была сама невинность. Кто же оплачивал эту роскошь? Временами к ней захаживали мужчины. Держу пари, что каждый вечер. Возможно. Как видно, кто-то из них любил большой комфорт. Но это ваше предположение. Экспертиза закончена. Я не хочу неприятностей. Хорошо. У нее был кто-нибудь? Я имею в виду вечером, ночью или утром. Нет. Ривьеру продолжает искать. Можете идти. Лишнего не болтайте. Да, конечно. Брезель действительно здесь живет. Он ехал к себе в ателье, ходит в церковь. Жена, двое ребят. Что известно об убитой? Моника Штангель, 26 лет. Квартира принадлежит ей. Врач говорит, что она была задушена всего за полчаса до нашего приезда. И это после трудовой ночи. Неблагодарный мир. А не парень ли с Черной Ривьеры придушил ее? Вполне вероятно. Но причина? А разве ничего не пропало? На убийство с целью ограбления не похоже. В сумочке почти 350 марок. В спальне лежат драгоценности. И потом мужчине, который позволяет себе иметь Ривьеру, это не нужно. А кто-то ведь его должен был видеть. Управляющий не знает. А следы пальцев? Ручка двери и некоторые вещи были протерты. Бентхайм, закройте окно. Сквозит? Да, сквозит. В ванной комнате был открыт душ. Но мыло и губка не тронуты. Если бы преступник после убийства оставался в квартире еще полчаса, он наверняка закрыл бы душ. Да. Значит, душ был открыт с определенной целью, так, инспектор? Принимайтесь пока за кухню. Это да. Бентхайм,
Вам уже исполнилось 18. А что у вас там? Видно, девочка неплохо зарабатывала. Способная. Да. Что нового в Шиме? Господин инспектор, Монику Штангель соседи мало знают, и к ней неважно относятся. Мы, однако, нашли свидетельницу, которая вчера в лифте видела ее с мужчиной. Это уже что-то. Кто эта женщина? Ханна Штерн. Актриса. Живет в 612-й квартире. А кто? Ну? А вы выяснили, кто сообщил в полицию? К великому сожалению, господин инспектор, никто не сознался. Еще один свидетель скрылся. Спасибо, Шамиль. Что известно о машине? Пока ничего. Черная Ривьера не иголка. Пора бы уже и найти. Если машина в городе, мы ее найдем. Только не перестарайтесь. А вы слишком равнодушны, господин инспектор. Девушка, возможно, была не безупречна, но ее подло убили. Убийство есть убийство. Вот, посмотрите. У вас слишком мягкая душа для следователя. Угу. Пожалуй, она занималась не только любовью. Пожалуй. Алмазы. Слушайте, Бентхайм, сколько раз я вам говорил, не носите пистолет в наружном кармане. Здесь он давит на сердце. Слабые сердца в полиции не выдерживают. У вас-то оно каменное. Слушайте, Бентхайм, у меня нет желания спорить с вами. Мое каменное тоже не выдерживает. Слишком много курите. Что поделаешь? Пойду взгляну на актрису. Может, господин инспектор, потом, позвольте. Господа, потом. Господин инспектор. Где они сели? Внизу, конечно. Они сели вдвоем? Вдвоем. Где они сошли? На 5-м этаже. И вот еще что. Я хотел бы... У меня нет времени. Я спешу на репетицию. Сейчас мы закончим. Что вы знаете о фройлен Штангель? Я ее почти не знала. А откуда вам известно ее имя? У фрау Амбергер косметический салон. И фройлен Штангель была ее клиенткой. Вот как? Тогда вы можете мне кое-что рассказать? Не так много, инспектор. Мы не были близко знакомы. У нее наверняка был кто-нибудь. Этого я не знаю. Жених или как это называют? Мы об этом не говорили. На какие средства она жила? Кажется, она позировала для фотографий. А где она работала? Не знаю. Однажды ты упоминала какого-то бюргера, по-моему. Ах да, не бюргера, а Крюгера. Она мне показывала его фотографии. Что она была за человек? Не знаю. Что я могу знать? Была она тщеславна, умна. Тщеславна, возможно. Только не умна, по-моему. Когда вы ее видели в последний раз? Нам пора идти, Лидия. Вы еще не ответили на мой вопрос. Ханна, какой вопрос? Когда вы видели фройлен Штангель в последний раз? Ах, да. Кажется, я видела ее недели две назад. Благодарю вас. Кстати, вы не знаете владельца Черной Ривьеры? Нет. Я знаю таких юнцов. Сегодня Рим, завтра Коста-Рика, послезавтра Капулька. Подонки, любители сладкой жизни. Вам бы учить благородных девиц, Бентхайм.
Прекрасная жизнь. Чулок на шею и травная повязка готова. А вы начинаете действовать мне на нервы. Главное, все очень просто. Садиться в черную ривьеру и будь здоров. Папочка уладит все. Могучая философия. Каждый, кто ездит на дорогой машине, свинья. Слишком много читаете, Бентхайм, но не то. Ах, мне стыдно. Вы считаете, что я собираюсь на пенсию. Поэтому стремлюсь уйти от работы. А вы мне нравитесь. Но в своем усердии вы все преувеличиваете. Не понимаю, почему нужно ходить на цыпочках? Всегда есть факты, над которыми следует подумать. История с душем, например. Или почему было открыто окно. Немного необычно для этого времени года, не так ли? Или в-третьих, зачем убийце оставаться еще полчаса в комнате? Ведь он ничего не искал, судя по виду комнаты. Верно. Вот что я думаю. А может, это тот тип, что был с ней в лифте? Ну вот. А вы, оказывается, не так глупы. Вы только делаете вид, чтобы сердить своего начальника. Это у вас хорошая черта. Что-нибудь нашли? А? Нет, ничего. Отправляйтесь к этому фото Крюгеру и постарайтесь выведать у него что-нибудь о Штангеле. А больше никаких поручений? Никаких. У нас в картотеке нет черной ривьеры. Очень жаль. Пожалей резинку. Перепечатай еще раз. Да? Вы так думаете? Да, я так думаю. Слушайте, Хубер, следствие необходимо прервать. Да. Временно. Хотела бы я знать, зачем эта старая обезьяна закрыла гараж. Идиот.
Вот что, господа. Нам надо выяснить три вопроса. Что за этим скрывается и цель? Что делает уголовная полиция? И как бы нам юридически оградить себя? Как звали эту девушку? Моника. Моника Штангель. Простите, один человек очень хочет с вами поговорить. Нет, слушаюсь. Итак, господа, передайте свои предложения доктору Зауэру. Извините. Господин генеральный директор, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы ждем гостей из миссии. Ах, да. Тогда познакомьте наших адвокатов со всем, что необходимо. Слушаюсь. Прошу. Ваше пальто. Пожалуйста. Доктор Инго Фогельзанг? Да. Лаубе, инспектор уголовной полиции. Примите мои комплименты. Я не думал, что дело пойдет так быстро. Прошу. Не могли бы вы мне кое-что объяснить? Вы курите? Сигару. Пожалуйста. Спасибо. Хочу вас заверить, господин инспектор, что я не убийца. Какое разочарование. А я считал, что все уже ясно. Я подумал, что это нелепая случайность, а после решил, что попал в ловушку. Вам известны мои взгляды, инспектор. Я ни в коем случае не могу быть замешан в уголовном деле, ведь нас окружают не только друзья. Боюсь, что вы попали в чрезвычайно опасное положение. Вам лучше было бы остаться в комнате. Я же сказал вам, что у нас есть не только друзья. Но ведь нет явных доказательств, есть только разговор с глазу на глаз. Что вы хотите? Чтобы мы дали убийце уйти ради спасения вашего имени? Если мое имя не будет опубликовано, я готов вам оказывать поддержку. Полиция не собирается информировать прессу. И все же... Я надеюсь, что мы поймем друг друга. Ответьте мне на несколько вопросов. Охотно, но я жду делегацию из миссии. Кого же? Группа ученых. А этой беседе придается большое значение. Поэтому вы уж меня извините, если нам придется прервать наш разговор. Вы знали убитую? Нет. Как же вы оказались в ее квартире? Это довольно сложная история. Делегация прибыла. Извините. Как только закончу, я к вашим услугам, инспектор. И объясню все, что смогу. Хорошо. Я вернусь через 3 часа. Если можно, инспектор, давайте встретимся не здесь. Я не хотел бы, чтобы жена... Это отчаянная блондинка в норке? Да, а что? Советую спрятать от нее подальше бутылку. Увы, к сожалению, я не имею на нее никакого влияния. Для нее это может кончиться очень плохо. Ездит лихо и не запирает гараж. Ах так, Ривьера. А если бы протектор был новый? Я должен предупредить вас, доктор Фогельзанг, что я приехал сюда не для того, чтобы скрыть улики. Не заблуждайтесь на этот счет. Я ценю вашу откровенность, инспектор. Между прочим, на Ривьеру наложен арест. Если вы притронетесь к ней, я ничего не гарантирую. Я дал слово. Предлагаю вам встретиться у входа в ботанический сад в 8 часов вечера. Хорошо. Только без фокусов, доктор Фогельзанг. Мы ведь не в Чикаго. Голову чуть выше. Кто-то вас спрашивает, хочет с вами поговорить. Клиент? Он не сказал. Так. Пусть подождет. Так. А, наш старый друг, Мельникер. О! Крюгер мой псевдоним, господин полицейский. Это ведь не запрещено? Для вас, может, и запрещено. У вас же изъяли разрешение. Должен вас огорчить. Оно у шефа. Все в полном порядке. О, вы меня радуете. Посмотрите на него.
Никогда бы не подумал. Никаких непристойностей, Мюльникель. Никакой порнографии. Именно так, как вы говорите. Встань, детка. Иди сюда. Штангель работал у вас? Бедро? Я тут ни при чем. Руку повыше. Так. Как только я прочел об убийстве, я понял, что вы здесь появитесь. Стой так, детка. Что вы знаете о Штангеле? Руку повыше. Сколько можно об этом говорить? О Штангеле ничего не скажу. Почему? Инструкции шефа. Она плохо работала. Во всяком случае, лучше, чем это. Скройся на 5 минут. Да, шеф увидел снимки и сказал выгнать. Я спрашиваю, почему? Она же работала хорошо. А он на своем выгнать, и все тут. Где найти шефа? Он не любит, когда упоминают его имя. Мне плевать на это, Мюльникель. Я жду. Его фамилия Брёзель. Брёзель. Дальше. О, вы уронили, господин инспектор. Может быть, секретное? Дальше. Его телефон 126137. Но в книге его нет. Адрес? Он распорядился не давать адреса, только в особых случаях. Давай, я слушаю. Ханзеринг 27. Прекрасно, Мюльникель. Не буду вам больше мешать. До свидания. До свидания. Я знаю одну подругу Мони. Да? Ее зовут Гитте Мосбауэр. Где живет? Кажется, Катубахштрассе. У нее там ресторан. Как называется? Не знаю. Спасибо. А почему вы все это сказали? Мне очень жаль, что Мони так подло убили. Что вы знаете о Штангеле? Я не могу сказать о ней ничего плохого. Ах, да, верно. Вы же дружили с ней. Это преувеличено. Просто она бывала здесь. Зачем? Приходила ко мне, чтобы я ее выручила деньгами. Все-таки на что же она жила? Ну, у нее были друзья. Вы кое-кого, вероятно, знали? Вряд ли. А такого, за кого бы... Она хотела выйти замуж, не знаете? Возможно, и был такой, но она каждый день меняла свои планы. А где она их находила? Штарлифт. Я там работала. Кем? Секретаршей. Теперь у вас ресторан. Ваша должность, видимо, давала вам большой доход. Это никого не касается. А впрочем, я экономила, и мне помогал мой жених. Мне нужны фамилии людей, которые знали Штангель. Но я никого не знаю. И вот еще что. Вы не знаете мужчину, у которого есть черная ривьера? В машинах я невежда. Ну что ж, спасибо. Скажите, а ривьера много стоит? Ну, 1040-50. О, о-ля-ля. Я бы его отыскала. Такого Моника из своих когтей не выпустила бы. Немного же вытянулись, Крюгер и Мосбауэр. Подумаем, что делать дальше. Прощупать бы Брёзеля. Не отшлифованы алмазы, тут что-то неладно. Если у Штангель был друг летчика, то может навести на след. Неужели вы думаете, что убийство связано с алмазами? Вполне вероятно. Или у вас другая версия? Пока я вижу только Ривьеру. Перестаньте думать о Ривьере. Это превращается в идею фикс. Подумайте лучше о летчиках. Постарайтесь найти молодого человека, с которым Штангель вчера вечером вернулась домой. А меня намного больше беспокоит, где эта Ривьера.
Нужно намекнуть об этом прессе. Тьфу. Нет, черт возьми. Позаботьтесь о Штарлифт. Остальное я беру на себя. Слышите? Это приказ. Иначе вы не понимаете. Вам еще что-нибудь нужно, господин инспектор? Нет, ничего. Можете идти домой. Мы скоро закончим. Всего хорошего, господин инспектор. Не доверяете? Послушайте, Бентхайм. Я ценю ваши криминалистические способности. Но вы постоянно подносите горящие спички к бочке с бензином. А я не хочу вознестись на небо. А. Сделайте милость, не суйтесь в мои дела. Да, я приказал прервать следствие. Джентльмена с Ривьерой голыми руками не возьмешь. А ведь шею себе можно свернуть и на гладком месте. А моей шеи не беспокойтесь. Ну что же, вы идите. Господин доктор просит вас. Кто там еще? Пресса. Пресса? Не может быть и речи. Слушаюсь. Минутку. Извините, господа. Продолжайте беседу. Фогельсанг слушает. Это господин генеральный директор? Да, кто говорит? Это Беккер из журнала «Интим». Мы хотели бы поговорить с инспектором Лаубе из уголовной полиции. Тогда вы не туда звоните. Не думаю. Нам нужно поговорить с глазу на глаз, чтобы нам не мешали. Ну, а мне какое дело? Речь идет об убийстве Штангель. Минутку. Я закрою дверь. В кабинет. Слушаюсь. Есть точные сведения, что во время убийства вы находились в квартире Штангель. Либо мы говорим Слаубе, либо завтра ваше имя появится в газете. Ваша фамилия? Это не важно. То, что вы говорите, ерунда. Если вы это напечатаете, будете отвечать за клевету. Согласен. Но ведь я могу сообщить об этом также группе Кванта. А конкуренты уже решат, что делать. До свидания. Минутку. Я посмотрю, что можно сделать. Завтра или послезавтра? Нет. Разговор мне нужен сегодня. Это невозможно. Видите ли... Все ясно. С нашей стороны это была любезность. Приятного вечера. Погодите, черт возьми. 20 часов, ботанический сад. У входа. Для чего? Там вы встретите Лаубе. Вот так-то. Заувара. Встретите Лаубе. Вот так-то. А, заговор. Это шантаж, как я и предполагал. Я заткнул мошенникам глотку свиданием с инспектором. Великолепно. Теперь они выйдут из укрытия? Не знаю. Доминует нас неудача. Почему? Чем больше при этом неудач, тем лучше нам. Дело можно прикрыть. Ну что ж, займитесь. Понял вас. Простите, где хозяйка? Благодарю вас. Пожалуйста.
Инспектор уголовной полиции Лаубе. Входите. Кажется, я пользуюсь успехом. Сегодня вы второй. Скажите-ка, может быть, вы сегодня уже видели кого-нибудь из них? Не уверена. Так, а это точно? Можете не стараться. Точно я ничего не знаю. Скажите, вы, кажется, работали в Штангельд? Да. Штангельд дружила с летчиками? Да. Вы их знаете? О, я про них давно забыла. Как его звали? Харди, кажется. Извините, пожалуйста, у меня сегодня очень много дел. Вы не возражаете, я пока переоденусь. Этот Харди, или как его там, как он выглядел? Очаровательно. Сколько лет? Чуть больше 20. Светло-русый юноша. Угу. Знаете, в какой авиакомпании он служил? Да. Погодите. Кажется, это была Сабена. Да что вы говорите? Это очень интересно. А не кажется ли вам... Откройте, пожалуйста, я не могу подойти. Добрый вечер, инспектор. Что вы здесь делаете? Теперь вы мне задаете вопросы. О, нет, что вы. Вопросы всегда задаете только вы. На то вы и полицейский. Входите же, фрау Амбергер. Извините, Гита, я пришла бы раньше, но вы же знаете, что сегодня случилось. Да, ужасная история. Что же вы стоите? Вы же на службе. Присаживайтесь. Мне кажется, что мое присутствие мешает следствию. О, уже слишком поздно. Да, верно. Я звоню вам завтра утром, и мы назначаем час встречи. Договорились. Маску на лицо вы сделаете сами. Я оставлю вам крем. Хорошо. Благодарю вас, инспектор. Ну вот, Гита, и теперь вам все ясно. Если понадобится, описание на крышке. Итак, до завтра. Прощайте, желаю успеха, инспектор. Не поддавайтесь его влиянию, Гита. Со мной этого не случится. До свидания, инспектор. До свидания, Гита. До свидания. Так, а теперь давайте поговорим более серьезно. Что вы не делаете? Не прикидывайтесь наивной. Откуда камни? Какие камни? Ах так. Вы, конечно, ничего не знаете. Я ничего не понимаю. Но вы понимаете, что ваша подруга Моника была убита, потому что была связана со спекулянтами-алмазами, как и вы? Это неправда. Кто привез этого идола? Может, сделаете одолжение и выразитесь яснее? Хорошо. Откуда эта вещь? Это мне привез мой жених из Кейптауна. Из Кейптауна, отлично. Когда? Месяцев 6 назад примерно. Что он делал в Кейптауне? Он каждую неделю бывает в Кейптауне. Он летчик компании Люфтганза. Его имя? Хартмут Зоммер. А теперь объясните, что здесь происходит, или немедленно убирайтесь из моей квартиры. Кому вы хотите продать алмазы? Алмазы? Разве там есть алмазы? А ну-ка, откройте. Вот это? А как? Дайте сюда. Сейчас я вам покажу всю вашу наглость.
Колоссально. А вы не выступали в цирке, инспектор? Я возьму это с собой, чтобы одну коллекцию пополнить. Вы ее скоро увидите. Инспектор Лаубе? Я пришел, чтобы с вами встретиться. Пройдемте, инспектор. Я хочу кое-что вам предложить. Где доктор Фогельзанг? Он занят. Прислал меня. Какая наглость. Вы с Фогельзангом вступили в какую-то сделку. Я наболтал эту ерунду. Такова моя профессия. На этом ломают шею. Чего вы, собственно, хотите? Произвести обмен. Вы забываете об алмазах. Вы шутите? А мы забываем о Фогельзанге. Не переоценивайте себя. Мы с Фогельзангом одним махом покончим с такой гнидой, как вы. На Фогельзанга не рассчитывайте. Он согласен. Что? Он с вами? Иначе бы я не был здесь. Предположим, что я соглашусь на ваше предложение. Но тогда я не смогу найти убийцу. Это уладим. Вы получите письменное признание некого Лакура, что он убил Штандель из ревности. И этого господина нельзя будет найти. Конечно. Он за границей. И посылает это признание для очистки своей совести. Неплохо. Стоит подумать. Вы понимаете, что я не могу дать согласие? Сразу. Только не думайте слишком долго. Завтра до обеда. Что вы наделали, проклятые идиоты? Он знал больше, чем вы предполагаете. Он нашел алмазы у Гитты. Жаль его, но он был слишком умен для работы в полиции. Скажите, пожалуйста, фройлен Штангель была вчера здесь? Просто. Это
хватит. Да, она была вчера здесь. С кем? С летчиком из Луфганзы. Его имя? Питер Лакур. Когда они ушли? В 10, 10:30. Она уже была изрядно пьяна. Я бы тоже не отказался поспать с ней. Можете в морг к ней заглянуть. Объясни мне все-таки, почему ты не был на спектакле? Ну и денек был. Сделай одолжение, Ханна, не задавай мне вопросов. Слушай, скажи, что же теперь будет? Теперь ничего не будет. Куда ты меня везешь? Я везу тебя домой. Нам нужно соблюдать осторожность. Но мы ведь не имеем никакого отношения к этому делу. Ни о чем не спрашивай. Будь довольна, что тебе неизвестны подробности. Инга, ты что-то скрываешь от меня. Видишь ли, не стоит портить себе нервы. А если инспектор станет меня еще о чем-то спрашивать? Я в это не верю. Я чувствую себя как-то глупо. Может быть, нам надо было все абсолютно честно рассказать полиции? Нет, ни в коем случае. Это может быть заговор. Эти мошенники на все способны. Не волнуйся, Инга. Ведь люди из группы «Кванта» вовсе не гангстеры. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Как только что-нибудь выяснится, я позвоню. Хорошо. Багажник не закрывается. Да? Я закрою. Уже в пути. Куда? Кейптаун. Кейптаун. Может быть, вы присядете в кресло? Ха, оно слишком красивое. Когда вернется? Послезавтра, 8:58. Мне нужны сведения. Адрес, возраст, женат, холост, разведен, дети и прочее, прочее. Родился 17 июля 36 года, Кюльмбах, живет в Кёльне, Фридрихштрассе. Вы говорите быстрее, чем работаете. Что? Это ничего. Карточка есть? Фото. Только в личном деле. Хоть с элементов от папы. Я не могу вам дать ее. Личные дела секретные. Ну, я понимаю. Да. Я верну ее вам секретным курьером. Входите, входите. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, правда, совсем не ждала вас. Вы принесли договор? Вы из студии звукозаписи? Нет, нет, я из полиции. Из полиции? Так вы и сказали, что вы из полиции. Полиция? Ваш друг и помощник. Вы его знаете? Да. Точно? Да, это тот из лифта. Хорошо. Прошу. Вы курите? Нет, спасибо. После тренировки не курю. Все равно нет сигарет. Вы работаете на сцене? Это интересно, да? Балет? Нет. Театр? Нет. Кабаре? А, кабаре. А можно туда зайти? У нас открыто для всех. Каждый вечер? Нет. Воскресенье закрыто. Детка, ваше место на солнце, а не на столе вашего шефа. Где старик? Еще не пришел. Откуда это? Симпатичный, верно? Старик всегда точен. Вы тоже опоздали. Уезжали? Да. На всю ночь. С двумя балеринами из стриптиза. С двумя? И еще с одной девицей. Это ужасно. Кстати, шеф уже 3 раза спрашивал о вас. Зачем? Откуда я знаю? Он ждет вас. Это же те, что были у штангеля. А что это? Камешки. Садитесь, дорогой мой. Спасибо. Инспектор Лаубе мертв. Мы все глубоко скорбим. Час назад его нашли в озере Хубердзи. Утонул? Пробит череп. Убийство? Да, вероятно. Так-так. Надо сообщить его жене. Это мы сделаем. Я поручаю вам расследование. Я знаю, вы еще молодой человек. Но несмотря на это, я поручаю вам это сложное дело. Благодарю вас. Есть подозрения? Эксперты работают. Это займет несколько часов. Лоба ведь занимался делом об убийстве Штангель. Не связано ли это? У него были кое-какие подозрения, но он об этом не говорил. Подозрения? А вы уверены в этом? Нет. Нет, нет. Это мои предположения. Ну, хорошо. Предположения меня не касаются. Итак, мой друг, убит уголовный инспектор. Приступайте к делу, ищите виновных. И помните, какое доверие я вам оказываю. Нам нужен быстрый успех. Это дело нашей чести. Я возил его вчера вечером. Да. Можете идти домой. Он дал мне идола и велел его привезти сюда. Откуда этот идол? Он взял его в японском кабаре. В какое время? Около 8. А потом? Я отвез его к ботаническому саду, а там он пошел пешком. Так. А он больше ничего не говорил об этом? Нет. Он сказал, что я ему больше не нужен. Вот и все. Да. Теперь уже ничего не изменишь. Спасибо.
Где хозяйка? Отойдите-ка от света. Это вам знакомо? Это мой идол. Поставьте туда. Откуда он? Подарок Деда Мороза. Извольте отвечать на мои вопросы без шуток. Вы сошли с ума. Отвечайте. Мне привез его Хартмут Зоммер из Кейптауна. Зоммер, кто это? Мой жених, летчик Люфтганзы. Вы говорили об этом инспектору? Да. О чем он еще спрашивал? Ни о чем больше. Он забрал этого идола и ушел с ним. Странные методы работы у полиции. Один не знает, что делает другой. При разговоре кто-нибудь был? А почему вы сами у него не спросите? Потому что он убит. Вас кто-то спрашивает. Извини, Ханна, я попал в чертовски трудное положение. Ты могла помочь, если этот молодой шпик опять появится у тебя. Это Бетхайм? Бетхайм, ты умеешь обращаться с мужчинами. Очарую его, если он вздумает поговорить с тобой. Я должен знать, что он за человек. Какие у него слабости. Нужны ли ему деньги? Послушай, Инго, если я должна это сделать, скажи мне, что еще случилось. К сожалению, я не могу тебе этого сказать. Если он спросит обо мне, продолжай утверждать, что ты меня не видела. Так не пойдет. Фройлен Штерн, на запись, пожалуйста. Дай мне ключи, я сегодня вечером приду к тебе. Во всяком случае, одно совершенно ясно. Его ударили сзади. Он умер сразу, а через 4 часа его бросили в воду. Странно, через 4 часа. Только не можем выяснить, где. Озеро имеет подводное течение. Да, но где же его убили? Вы знаете, в его левом ботинке нашли лист. Он, видимо, попал туда, когда его волокли по земле. Ну и что, листья есть повсюду. Но не такие. Это лист европейской цикламены. Альпийская фиалка. Дикой разновидностью. Да, но где же она у нас может расти? В горных лесах. Иногда в садах, только очень редко. Почему редко? Она нежная и требовательная к почве и к уходу. Она может быть у любителей. И, пожалуй, в ботаническом саду. А где у вас план города? Ну вот. Вальдорф-Пляц. Пожалуй, метрах в 200 от ботанического сада. Ну и к какому выводу вы пришли? Сомнений нет. Это место убийства. Мы нашли пятна крови и сломанные ветки. К сожалению, следы ног смыл ночной дождь. Сколько их было? Трудно сказать, но, безусловно, не один. Вы правы. Глухое, уединенное место. Угу. Теперь я понимаю, почему его заманили сюда. Поближе к озеру. Смотри, инспектор Бетхайм. Идем. Почему не вернулся Лакур?
Я ведь вам уже сказал по телефону. Мы не имеем представления. Прошу вас. Но командир ведь должен был сообщить вам. Сообщил. За полчаса до вылета они были на месте. А потом вдруг скрылись. Они? Разве их двое? Да, второй пилот тоже. Проходимцы. Зовут его как? Зоммер Хартмут. Разрешите позвонить? Нет, отсюда нельзя. Пройдите в зал. Вы были эфрейтором. А вы генералом? Угадали, генералом, а может быть даже и больше. Я хотел бы поговорить с фройлен Мосбауэр. Что? Ах так, жаль. Уехала. К сожалению, не знаю, я не видел. У меня не было. Спросите у девушек. Сейчас. Чё-то, мина-сан, кочера кити кудасай. Ицумо сан ва дэти кимашта ка? Нижикан май дэ. Часат два назад. Два часа назад. Да. Куда она поехала? Дого итта га шиттимас ка? Сиримасен. Она не сказала. Она уехала на своей машине? Канадзену курмады кимашта ка? Чигаймас. Ее повез шофер. Шофер такси? Такси на унтенщика нас ка? Чигаймас. Канадзену тумадачену унтенщика. Нет, шофер хозяйкиной подруги. Как ее зовут? Ицумосама дэти кимашта ка? Сиримасен. Имя мы не знаем. Не знаете. А марку машины знаете? Дой курмадышта ка? Мимасен дэшта. Нет, машину мы не видели. Тоже не знаете. Понятно, благодарю. Вы мне очень помогли. Спасибо, Ханна. До свидания. До свидания. Hello! Агент 007. Какая неожиданная встреча. Здравствуйте. А кто эта дама? Моя массажистка. Ага, понимаю. Может, вас подвезти? Разве можно отказать красивой женщине? Здравствуйте, фройлен, как всегда? Да. У меня есть новые покрышки шипами. Чудесно. О чем вы думаете? Так, у вашей массажистки есть шофер? Право, Амбергер вполне может держать шофера. У нее же свой салон. Да, вполне. Готово. А покрышки я возьму. Благодарю. Счастливого пути.
О, боже, как ты меня напугал. Этот Бентхайм опять был здесь? Нет. Но я его случайно встретила. И что он сказал? Ничего нового. Ты хотел о чем-то поговорить. Ханна. Только, пожалуйста, не надо ссориться. Что с тобой случилось? Ты же ждешь сочувствия. Ждешь помощи. Но правды почему ты не говоришь? Да. Все это очень неприятно. Я не первый раз это слышу. Инспектор мертв. Не может быть. Читай на второй странице. Это убийство. Это вечерний выпуск. Да. Но ты знала об этом еще сегодня днем. Да. Это ты его убил. Ты просто с ума сошла. Но ты знала об этом. От кого ты узнал? У меня есть связи. Между прочим, в полиции. Это может оградить нас от неприятных сюрпризов. Да, но ведь ты же к этому абсолютно не причастен. Не притворяйся. Конечно же, Лау бы нашел меня. Он был у меня незадолго до своей смерти. Почему же ты убежал тогда? Записку в дверь кто сунул? Понятия не имею. Во всяком случае, не я. Это сделали случайно или умышленно? Случайно? Никто не мог знать, что ты в это время придешь ко мне. Если из-за убийства наши отношения получат широкую огласку, произойдет катастрофа. Ты преувеличиваешь, Инга. Для фирмы «Грамм Пластинок» это была бы прекрасная реклама. Если только ты не ошибаешься, дитя мое. Позаботься, чтобы Бентхайм ничего не знал. Остальное предоставь мне. Инга, меня не оставляет чувство, что ты скрываешь от меня правду. Это абсурд. Конечно. То, что тебя не устраивает, это абсурд. Бессмысленно продолжать этот разговор. Тогда я могу идти. Ну, иди. Все уляжется через несколько дней. Да, не появляйся у меня, что бы ни случилось. Вы приготовили покрышки для Фройленштерна? Она ваша постоянная клиентка? Угу. Давно ее знаете? Да. Скажите, у вас часто заправляется черная Ривьера? Какой у нее номер? Как же вы не знаете? Собственно, кто вы такой? Что вам здесь нужно? Я из телевидения. Вот камера. Кто владелец черной Ривьеры? Это я не знаю. Но вы же ездите на его машине. Мы с вами так недавно знакомы и уже ссоримся. Тот, на чьей машине я езжу, вообще не имеет отношения к убийству. Он случайно в эту историю попал. Так. Он джентльмен. Настоящий. Да.
моей двери была прикреплена записка. Он подумал, что ее написала я, и таким образом он попал в штангель. Записка? Где же она? Он ее выбросил. Почему вы ничего не сказали об этом Лаубе? Да, это моя ошибка. Я не знала, в чем дело. А может быть, дело было в том, чтобы джентльмен нашел время убить инспектора? Это неправда. Тогда назовите его имя. Не могу. У него есть вилла на озере Хубердзее. Я ничего не скажу вам. Это будет не в вашу пользу. Да? Вы этого не сделаете. Нет, почему же? Уже ничего не изменишь. Лауба не вернешь. Тем более не стройте себя ангела-хранителя. Вы бездарный и упрямый полицейский, преисполненный чувства идиотского долга. Ваш инспектор мертв, и вы не можете помочь ему. Может, я могу вам помочь? Нет, я много лет ждала, и теперь я все должна испортить собственными руками. Просто для того, чтобы отправить на виселицу обычного преступника, которых каждый день рождаются сотни. Ничего себе мораль. Откуда это у вас? Это африканский идол. Откуда он? Это имеет значение? Может быть, больше, чем вы думаете. Мне подарила Лидия. Это точно? Ее муж летчик, он привез его из Кейптауна. Инспектор Бенхэм, разрешите. Чему обязаны такой чести? Вашему шоферу. Он что-нибудь натворил? Хочу с ним поговорить. Минуточку. Можно? Пожалуйста. Ваш шофер здесь? Сейчас узнаем. А много людей у вас работает? Примерно 20. А на дом ходите сами? Почему? Сохранение тайны – высший принцип в нашей работе. Поэтому иногда мы ходим на дом. Я ведь тоже не только сижу за письменным столом. По желанию клиентов я обслуживаю их сама. Да? Вы меня вызывали? Вы были сегодня в 10 часов в Якогаме? Да, он был там. Вы можете отвечать спокойно, Зигфрид. Это господин из полиции. А что вы там делали? Я отнес машину, чемодан фройлен Мосбауэр. Кто вам дал это поручение? Разумеется, я. Мосбауэр моя приятница. Она позвонила мне и попросила отвезти ее на аэродром. Почему она не взяла такси? Нам нужно было поговорить. Можно спросить, о чем? Пожалуйста. В ее отсутствие я присматриваю за рестораном. И из чувства дружбы? Не только. Я туда вложила и свои средства. Куда она улетела? В Кейптаун. Там внезапно заболел ее жених. Она через несколько дней вернется. Она это сказала? Да. Он вам еще нужен? Можете идти, Зигфрид. Благодарю вас. А вы разыскали уже мужчину с черной ривьерой? Откуда вам это известно? При мне Лауба беседовала об этом с Ханой. Ясно. Меня это, конечно, не касается, господин Бенхэм, но мне кажется, что Лауба очень много знала об этом человеке. Может, из-за этого его и убили. Я в этом не сомневаюсь. Некорректность при таможенном досмотре? Ага.
Да, понимаю. Уволен около 2 лет назад. Да, где? Люфтганзен, центральный архив. Да, спасибо. Вы меня вызывали. Садитесь. Почему вы скрыли от нас, что знали Штангель? Кому охота иметь дело с подобной женщиной? Она же у вас позировала. Я ее вышвырнул. Почему? Разве она была плоха на этих открытках? Дело не в этом. А в чем, по-вашему? Видите ли, господин комиссар, у меня семья. Я несу моральную ответственность. Представляете себе, если бы Штангель разболтала, что она работает на меня? А мы ведь живем в одном доме. Эта стерва могла меня опозорить. Почему? Ведь она могла бы позволить себе грубость по отношению к моей жене и к моим дочерям. Я не мог этого допустить. Неужели? Конечно. Я этого так боялся, что... Ведь меня могли обвинить в связи с этой потаскухой. А я примерный семьянин. Вы говорите с потаскухой. Откуда вы это знали? Я опытный человек. Девица, которая раздевается, дает себе фотографировать. Ну, знаете ли. Ну, хорошо. В делах нельзя быть мелочным. Но в жизни у меня есть принцип. Был один выход. Хватит. Вот и я говорю. Хватит. Не понял. Это все, что я у вас хотел узнать. До свидания. Скажите, вы уверены, что за историей со Штангель кроется уголовное дело? Да, уверен, господин генеральный директор. Но этих людей интересуют только их алмазы. В этом отношении все можно будет уладить. Что? К вам идет молодая дама. Мне надо немедленно поговорить с тобой. До завтра. Ты зачем сюда пришла? Мы же условились. У тебя не отвечал телефон. А если Бенхайм за тобой следит? Ничего не поделаешь. Он и так знает больше, чем надо. Ерунда. Он ничего не знает, иначе он был бы здесь. Я выхожу из игры. Что это значит? Я иду в полицию. Ты не сошла с ума? Бенхайм подозревает меня, ты что-то скрываешь. Хорошо. Это я бросил в озеро труп Лауба. Так ты убил его? Бенхайм прав, значит? Да нет же. Я нашел его в своем багажнике. Скажи, пожалуйста, что я должен был делать? Идти в полицию и заявить, что я нашел в багажнике моей машины труп инспектора Лаубе? Это, наверное, было бы самое умное. Еще бы. Именно на это и рассчитывали эти негодяи, когда положили труп инспектора Лаубе в мою машину. Нет, мы должны молчать. Так будет лучше. Нет, нет. Это неверно. Два человека убиты, и ты знаешь убийц. Вместо того, чтобы заявить об этом, ты с ними заодно. Но другого выхода не было. Мошенники угрожают скандалом с серьезными последствиями. Не только в моей личной жизни. Я должен соблюдать и политические интересы. Хочешь выглядеть патриотом, чтобы скрыть свою трусость? Ты не понимаешь, что говоришь. Мне просто нужна ваша поддержка, Реберг. Но уже сейчас я могу вам сообщить, что господин статс-секретарь не в восторге от этого. Если что-нибудь сорвется, мы все пропали. Вместе со статс-секретарем и его политикой. Но прежде всего пойдут прахом ваши заказы, доктор Фогельзанг. Этому можете не учить меня, Реберг. Простите, вы меня не так поняли. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы история не получила огласки. Любыми путями. Господин статс-секретарь, а также вышестоящие руководители... сумеют отблагодарить вас. Куда ты, Ханна? Ухожу. Ты не можешь меня сейчас бросить. Что ты собираешься делать? Кончено. Я не люблю тебя больше. А это для меня не новость. Но я сумею тебя образумить. И меня бросишь в озеро? Бентхайм поможет мне. Да. Это мы увидим.
сперва мой ход. При помощи этого передают алмазы фрау Амбергер. Что вы говорите? А я тут при чем? Вы знали и Штангель, и Мосбауэр. У обеих найдены эти идолы. Ваш муж был летчиком. Его уволили за контрабанду. Это давно было. И доказать теперь невозможно. Вы хотели сказать, пока невозможно. Вот как это делается. Пилоты, друзья вашего мужа, привозят алмазы из Кейптауна и кладут их в идолы. На следующий день появляется массажистка и обменивает идолов. Клиентки ничего не замечают. Штангель раскрывает эту махинацию. Она крадет несколько алмазов и прячет их в кофе. Потом она пытается шантажировать, но у нее не хватает ловкости. Очень интересно. А дальше? Она требует невероятно большую сумму, но не умеет держать язык за зубами. Поэтому ее надо убрать. Задушить. Собственным чулком. Массажистке, например, это сделать ничего не стоит, если при этом ей сопутствуют счастливые обстоятельства. Сразу после преступления в комнату убитой попадает влиятельный мужчина. Случайно. Тогда она звонит в полицию, он уйдет, но подозрение останется. Козел отпущения. За ним превосходно может спрятаться убийца. Либо избранник. Я еще в детстве любила слушать сказки. Лауба находит у Мосбауэр второго идола и понимает, что между ними есть связь. Его тоже убивают. Богатая фантазия. Один из японцев видел, что вы были у Мосбауэр в одно время с Лауба. И он может присягнуть в этом. И вы это понимаете. И что это доказывает? Инспектор убит не в квартире Мосбауэр. Или вы думаете иначе? Как я думаю, выясним в управлении. Прошу вас следовать за мной. Вы знаете, мне очень дорого время. Я не могу его расточать из-за нелепого подозрения. На этом, кажется, наш разговор можно было бы и закончить. Вы очень развлекли меня. Вы самоуверены. Вы действительно до сих пор не поняли, кто главное действующее лицо? Неужели наша полиция не в состоянии обнаружить Черную Ривьеру? А может, ее вовсе и не хотят найти? Из рыцарского уважения к одной известной даме. Светских романов начитались. Вы слишком наглы для вашего возраста. Тем не менее, я хотела бы дать вам один совет. Осмотрите гараж на Ахарналии 119. Это поможет вашей карьере. Генерального директора, пожалуйста. Да, очень срочно.
Выходите. Я никак не думала, что вы такой быстрый. Поверьте мне, эта ситуация крайне неприятна. Но я вынужден быть заодно с этими мошенниками. Что там этот тип болтает? Вы хотите разоблачить этих преступников, Бенхайм? Каким образом? Вы уверены, будто сможете доказать, что доктор Фогельзанг был в квартире Штангеля, убийца шантажирует его? Вы также считаете, что фройлен Штерн тоже знает убийц и выступит свидетельницей? Но это не так. Не надо заблуждаться. На суде мы все присягнем, что доктор Фогельзанг никогда не был в квартире Штангеля. Я мало знаком с Ханой Штерн. И в упомянутый день у нее не был. Эту версию вы поддержите, Хана? Суду будет представлено заявление некоего Лакура, что он убил Монику Штангель на почве ревности. У вас нет шансов, Бенхайм. А убийство инспектора Лаубе тоже уладите таким же образом? Господин Бентхайм, весьма сожалею, что мне приходится говорить вам об этом, но инспектор Лаубе был не всегда корректен в своей работе. Я избегаю слова «продажа». Не говорите вздор. Он продал вас нам. То есть как, он знал вас? Конечно. И мы договорились. Это гнусно. Не ворошите эту грязь, Бенхайм. Лауба мертв, зачем задним числом пачкать его имя? И всю полицию. Поймите, у Лауба осталась вдова. Не лишайте ее пенсии. Поверьте, она на нее рассчитывает. Конечно, вы можете пойти на пролом, найдутся скандальные газеты. Но этим вы убийц не отдадите в руки правосудия. А у меня и у Ханны будут неприятности, но и я позабочусь, чтобы вы лишились места. А так вы заслужите мою дружбу. Она мне не нужна. Ну, вероятно, нужна дружба вашего начальника. Вы ведь дельный человек, Бентхайм. Вы продвинетесь. Не теряйте шанс, у вас еще все впереди. А генеральный директор будет чист. Вы попали не в бровь, а в глаз. Доктора Фогельзанга, Ханну и вас, Бентхайм, ждет светлая жизнь. А мы уедем за границу. Ваша игра не моя игра. Стой, руки вверх. Осторожно, Зигфрид, у него оружие. Все, инспектор. Игра окончена. Вам нужен был убийца? Пожалуйста. Кстати, он настоящий. Это он убил инспектора Лаубе. Придите в себя. Вы прикончили убийцу. Завтра вас будут восхвалять газеты. Жестокий, но справедливый конец. Господин Бенхайм действовал в целях самозащиты. Мы все можем подтвердить это. Хорошо, я доложу об этом. До свидания. О, господин инспектор, сердечно поздравляю вас. Мы уже все знаем.
Здорово проделали это, а? Везет же.